Посчитано, насколько это возможно посчитать, что на Камчатке живет порядка 15 тысяч медведей, причем около 1000 из них на территории Южно-Камчатского заказника. Поэтому совершенно естественно, что фотографы со всего мира стремятся оказаться здесь, на берегах Курильского озера, для того, чтобы, возможно, сделать лучшие кадры в своей жизни. Да, медведи живут во многих уголках Земли, но нигде они не сконцентрированы в таком количестве, нигде не подпускают они человека настолько близко к себе. И потом, камчатский медведь один из самых крупных в мире, а значит, его легко поймать в объектив. Это была шутка, если что. Редкая удача для фотографа-анималиста – попасть на берег Курильского озера, когда нерка идет на нерест. В этот момент все вокруг теряют голову. И сам лосось, карабкающийся по спинам сородичей вверх по впадающим озеро ручьям, и медведи, набивающие брюхо легкодоступным любимым блюдом, и фотографы, становящиеся частью этого спектакля. Я расскажу вам случай, который вошел в историю под названием «Стояние на реке Северная». Две команды фотографов не поделили съемочный плацдарм. Произошла накладка. Группа итальянцев и группа бельгийцев изначально собирались вести съемку в других местах. При этом все знали, что поляна на речке Северной будет свободна. А утром и те, независимо друг от друга, передумали и решили отправиться на Северную. Первыми прибыли бельгийцы. Не успели разложиться, на тебе. Итальянские фотографы явились. Сначала оба лагеря пытались действовать мирными способами. Но аргументы у обеих групп были совершенно равновесные. И тогда акулы выдержки и диафрагмы перешли к площадной ругани. И это не помогло. Лидеры каждой фракции уже даже взялись за тяжелые штативы, но здравый смысл возобладал. Бельгийцы удалились. С одной стороны, раз место досталось итальянцам, значит, они и победили. Но с точки зрения дзен, победу могут праздновать и бельгийцы, ведь они смогли предотвратить кровопролитие. Это Марко,
тот самый лидер итальянской группы фотографов. Триумфатор стояния на реке Северной. Самый главный совет. Очень много взять с собой флешек, потому что возникла одна проблема. Всем не хватило памяти. Некоторым приходилось сидеть до часа ночи, копировать фотографии на компьютер. Все были не подготовлены к тому, что снимать придется так много. Столько будет фотографий. Я уезжаю домой, у меня 2 терабайта. Сравнивая с сафари в Африке, там получается намного меньше. В этих краях царь природы не человек, а медведи. Они не имеют привычки бояться человека с ружьем. Как пищу, они нас также не рассматривают. Вид гомо сапиенса медведей просто не интересует. В этом есть плюсы и есть минусы. Бесспорный плюс – то, что фотограф может снимать медведя в относительной безопасности буквально с нескольких метров. А основной минус кроется в нас самих. В азарте погони за редким кадром художник иногда теряет здравомыслие и инстинкт самосохранения. Он думает, что уже знает психологию медведя. Считает, что может прогнозировать его поведение, а это не так. Медведь всегда себе на уме. Знаменитый советский и российский натуралист Виталий Николаенко снимал медведей 30 лет. Работал в заповеднике, жил с ними бок о бок. Мало кто разбирался в медведях так, как он. Причем в 17 лет Николаенко снимал одного и того же самца по имени Добрыня. Это был крупный, но покладистый медведь, позволявший фотографу делать совершенно уникальные снимки. Но Добрыня умер. Его территорию занял другой, менее сговорчивый зверь, которого окрестили Желтошеем. Николаенко попытался и с ним завязать отношения. В декабре 2003 года фотограф в одиночку подошел к берегу озера, где рыбачил медведь. Желтошей убежал. Виталий отправился за ним. Медведь развернулся и сделал несколько прыжков в сторону Николаенко. А это признак агрессии. Но Виталий все равно продолжил преследование. Зверь забрался в стланник. Николаенко снял лыжи и с маленьким фотоаппаратом пошел за ним след в след сквозь кусты. Когда он приблизился почти вплотную, медведь прыгнул на него, ударил 2 раза в голову и в грудь и убежал. Так не стало выдающегося натуралиста. А описанные события по следам на земле восстановили сотрудники заповедника. История знаменитого на весь мир японца Митио Хосино вообще выглядит мистически. Этот мастер тоже знал толк в медведях. По крайней мере, так ему казалось. Когда Хосино снимал медведей на Курильском озере, один из них стал выделять его среди других фотографов. Ходил по его следам, принюхивался. Сотрудники заповедника предложили японцу перебраться из палатки к ним в избушку. Тот отказался и однажды ночью был съеден медведем. К счастью, такие истории все-таки большая редкость. Как правило, фотографы увозят с Камчатки прекрасные снимки и море впечатлений, за которыми готовы сюда возвращаться снова и снова. Знакомьтесь, это Урс. В своей родной Швейцарии он работает почтальоном. Весь год Урс откладывает деньги для того, чтобы съездить с фотокамерой на Камчатку. Кстати, этот трюк Урс проделывал уже 8 раз. На самом деле, я не отношусь к профессиональным фотографам, ни к очень богатым людям. Я обычный почтальон. Мне приходится откладывать деньги весь год для того, чтобы приехать сюда. Не позволять себе лишнего, просто копить на это путешествие. И для меня однозначно это того стоит. Сегодня ночью я пошел в туалет и услышал топот за загородкой. Там носились 3 медведя, которые играли.
Я просто стоял, смотрел и смеялся. Я понимал, это того стоит. Все вот эти ограничения, они того стоят. Даже простой человек может позволить себе что-то такое. С другой стороны, я понимаю, что правительство Камчатки хочет развивать эту территорию, хочет привести сюда как можно больше людей. Я надеюсь, что территория останется уникальной. И вот это ограничение, естественное, дороговизна, наоборот, идет на благо этому месту. Не все сюда могут приехать, и не так много здесь находится людей. Сюда действительно очень сложно попасть. Сложно, но возможно. Уже этим летом кто-то из тех, кто сейчас смотрит эти кадры, окажется в Южно-Камчатском заказнике, на берегу Курильского озера, царстве медведей и нетронутой заповедной природы. Что для этого нужно сделать? Вы узнаете из следующего выпуска «Природа-шоу».